будто мы знакомы, но я вас не знаю. Меня зовут капитан Колтер Стивенс. Шон, ты меня погоришь. Это чужая жизнь. Это чужое тело. В чем дело, Шон? Слушайте, я не знаю, кто такой Шон, и не знаю, кто вы. Капитан Стивенс. Где я? Вы находитесь в исходном коде. Что такое исходный код? Это компьютерная программа, капитан. Исходный код позволяет вам внедриться в личность другого человека, а точнее в последние 8 минут его жизни. Но сегодня... Сегодня в 7:48 утра, недалеко от Чикаго, в поезде взорвалась бомба. Все пассажиры погибли. Думайте, капитан, вспоминайте, кто взорвал поезд? Я не знаю, кто взорвал поезд! Что ж, еще попытка... Подождите! Ну, и что скажешь? Поезд тот же, но все по-другому. Это его миссия. Через 6 часов произойдет еще один взрыв. Если найдете того, кто взорвал поезд, сможем предотвратить вторую атаку. У нас нет права на ошибку. Что бы ты сделала, если бы знала, что тебе осталось жить 8 минут? Я бы не тратила их понапрасну. Я хочу обратно. Я спасу их. Нельзя. Это у вас не получится. Кристина погибла. Но это можно исправить. Невозможно изменить эту реальность, находясь в исходном коде. Если у вас есть хоть капля совести, дайте мне шанс. Джейк Джилленхал, Мишель Монаган, Вера Фармига, Джеффри Райт. Что происходит? Он убит. Обещай мне, что все будет хорошо. Все будет хорошо. Исходный код. Скоро на экранах.